Еще один пациент с ковид умер в Казахстане. Таким образом, число скончавшихся возросло до 30. Заражены 4344 человека. Но есть и хорошие новости. Количество победивших болезнь тоже увеличилось. К данному часу 1387. Мой коллега Аскар Мендебаев владеет информацией по стране. Оскар, сколько больных сейчас на данный момент? Да, Наталья, на сегодняшний день 31 человек находится в тяжелом состоянии. В том числе 6 в крайне тяжелом и 7 пациентов подключены к искусственной вентиляции легких. Из всех заболевших коронавирусом 14% в состоянии средней степени и у 85% больных состояние стабильное. Лидер по количеству зараженных по-прежнему Алматы – 1392 случая. Далее следует столица – 754 человека и Шимкент. Там от COVID лечат 222 пациента. Аскара, а есть ли хорошие новости, которых так ждут сейчас казахстанцы все? Да, коллега, сегодня в Министерстве здравоохранения сообщили об уменьшении прироста заболевших. Новые случаи по большей степени выявляют в ходе скрининга. Это 57%, и почти у всех этих людей болезнь протекала бессимптомно. У 36% пациентов вирус определили после обращения за медицинской помощью. Следует отметить, что за последние две недели наблюдается стабилизация прироста заболеваемости коронавирусной инфекции не более чем 7%, а за последние три дня прирост не более 4%. Представители Минздрава сообщили и о контактных. На сегодняшний день их 59 204 человека. Все они помещены либо на домашний карантин, либо в стационары. На сегодня тесты сдают 19 тысяч человек в сутки. До конца мая планируется увеличить этот объем до 25 тысяч. В профильном ведомстве напомнили, что один больной COVID-19 может заразить до четырех человек. Не стоит забывать о мерах профилактики и дистанции. Ну и, конечно, соблюдать карантинные меры в эти длинные праздничные дни. Спасибо. Оскар Миндебаев рассказал о ситуации с распространением коронавируса в Казахстане.